Ровно 65 лет назад здание старого железнодорожного вокзала считалось самым высоким и одним из самых красивых в городе. Сейчас, когда сам вокзал превратился в пункт технического обслуживания станции Ульяновск-1, здание все еще сохраняет свое былое величие. В начале этого года оно было включено в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Это было первое значительное сооружение послевоенного Ульяновска, построенное с размахом сталинской эпохи. Здание украшено лепниной, росписью стен и мозаикой. На пресс-конференции, которая прошла в здании вокзала, сотрудники управления по охране объектов культурного наследия сообщили о том, что между ними и собственниками ведутся переговоры о дальнейшей реконструкции здания. Так как вокзал – культурное наследие, любые ремонтные работы должны быть согласованы с управлением. Планируют восстанавливать и скульптуры рабочего и колхозницы, которые украшали своды здания у главного входа. Нам необходимо будет узнать через компьютерную графику, узнать эти чертежи. И, насколько я знаю, они уже уничтожены, они не сохранились. В 90-х годах они стояли. Вот. Мы сейчас просто затребуем чертежи и попробуем их восстановить максимально, чтобы их поставить на место. Идут обсуждения дальнейшей судьбы памятника федерального значения, который расположен напротив, на привокзальной площади, памятник гимназисту Володе Ульянову. Любой памятник, он должен быть доступен. На сегодняшний день он, скажем так, его не посещает. И, может быть, в целях, поскольку мы и родина Ленина, от этого нельзя отказываться, может быть, было бы более правильно его разместить возле этого, возле ЖД вокзала, либо возле первого гимназии. Однако, чтобы принять окончательное решение о переносе, необходимо согласие Министерства культуры Российской Федерации. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.